Сейчас собираем лодку для проведения учета птицы. На данный момент в этом году численность чуть снизилась против прошлого года. В прошлом году было где-то около 700 пар, в этом году пар 500 осталось. Значит, ну, это связано с тем, что уже в прошлом году очень было много пеликанов, бакланов. Прудов у нас таких не очень много, где рыба. Марич высыхает, появляются мели, на острова доступ к хищникам, а хищники, это, если зашли хищники на остров, значит, колонии уже нету. У нас вот буквально рядом есть остров, вот это остров Егерский, на нем в прошлом году гнездились пеликаны, в этом году воды мало, лиса зашла, все, пеликанов, бакланов там нету. Кормовая база сокращается, природные условия становятся хуже, природа становится грязнее, и прокормить, пускай небольшое свое потомство, всего откладывают два яйца, бывает очень тяжело. И поэтому численность в последние годы их сокращается.